SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 10 спутниками. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане. Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 спутниками спусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Об этом свидетельствует трансляция запуска на сайте компании в пятницу, 11 января. На борту Falcon 9 находится 10 телекоммуникационных спутников компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Sales Alenia Space намерен вывести на орбиту более 80 спутников связи Iridium. Запуск не менее 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Ранее планировалось, что вся группировка Iridium Next будет размещена на орбите до конца прошлого года, однако из-за переноса нескольких пусков этого не произошло. Нынешний запуск – уже 8-й запуск в рамках данной программы. Также SpaceX удалось успешно посадить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу в Тихом океане после запуска. Эта ступень уже использовалась при пуске в сентябре 2018 года. Напомним, 3 декабря SpaceX запустила ракету Falcon 9 с дважды использовавшейся маршевой ступенью. Она вывела на орбиту сразу 64 спутника. А 23 декабря SpaceX с пятого раза запустила Falcon 9 с новейшим спутником GPS военно-воздушных сил США. Спутники GPS AI имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.